Начинаем проверку. 3-й этаж, все. Одного не хватает, 2-й этаж, камера 245. Дюфрейн, выходи, не задерживай нас. Не заставляй меня бегать за тобой, а то я тебе череп разморжу. Черт возьми, Дюфрейн, ты меня вывел из себя. Лучше бы ты был мертвым. Сейчас я тебе покажу, как шутить. Слышишь ты меня или нет? Господи боже. Допросите каждого заключенного в его блоке. Начните с его дружка. С кого? Вот с этого. Открыть камеру 237. Что значит, его там не было? Не говори мне этого, Хэнк. Не надо. Его нет, сэр. Я это вижу, Хэнк. Может, ты думаешь, что я слепой? Ладно, тогда так и скажи. Скажи, что я слепой. Нет, сэр. А ты слепой? Черт возьми. Что это? Это ночной обход. Ты видишь, Дюфрейн на месте. Я его вижу. Вот здесь написано, Дюфрейн. Следовательно. Он был в своей камере во время отбоя. И вдруг с утра его нет. И я хочу, чтобы его нашли. Не завтра. Не послезавтра, а сейчас же. Есть, сэр. Быстро пошевеливайся. Быстрей! Что? В чем дело? Я то и дело видел вас вместе. Вас прямо водой разлить. Он что-нибудь говорил? Нет, он ни слова не говорил. Это чудо! Господи, человек растворился. И от него ничего не осталось. Кроме уличных камней, этой... Тёлки на стене. Давай спросим я. Что он тебе сказал? Красавица в лифчике. Что он тебе сказал? Все молчат. Но только не надо меня обманывать. Это заговор. Один большой чертов заговор. К тому же, направленный против меня. И в нем участвуют все. И она в том числе. В 1966 году Энди Дюфрейн сбежал из тюрьмы Шоушенка. После него нашли комплект тюремной одежды, кусок мыла, стесанный молоток. Директор тюрьмы находился в состоянии бешенства. Я думал, чтобы выкопать тоннель, нужно лет 600. У Энди ушло на это всего 20.